нашей задачей, как бы это ни пафосно звучало, реально является развитие рынка культуры мужского профессионального ухода. Короче, нас объединяют цели. Самопрезентации ребят. Очень понравился их настрой, мне понравился их подход, их взгляды, их желание, ну, как мне кажется, развиваться в этом направлении. И я надеюсь, что мы как компания будем им полезны, мы поможем им добиться новых успехов в этом развитии. Ну и, собственно, все покажет следующий сбор. Родилась идея создать отдельный день для того, чтобы поделиться с ними опытом, провести для них обучение, чтобы это стало первым этапом на пути к аттестации и на пути к преподавателю в Galore Consult. Надеюсь, день пройдет сегодня очень здорово. Это мой первый год в амбассадорской программе, и первый раз я встретился со всей командой Galore. Хочу познакомиться с ребятами, узнать, чем дышат разные города, именно в плане барберинга, мне это интересно. Мероприятий, впервые чувствую гордость за себя и команду, в которой я нахожусь. Здесь я еще получил какой-то вот этот заряд эмоций, очень приятных и положительных, которого я не ожидал получить. Сегодняшний день у нас был такой тайно покрытый мраком, никто ничего не знал, что будет происходить. Все абсолютно разные, у каждого есть свои какие-то полезные навыки, есть какие-то полезные качества, которые они в дальнейшем могут применить. Виталий как бы задал жару, и мы были в таком фокусе. Самое главное для меня, что они вдохновлены, что у них горят глаза еще больше, что теперь я зарядил их на то, чтобы в будущем делать нечто новое, стать единым организмом, который будет просто разрывать все пьедесталы.